Турецкие политологи дали высокую оценку итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Астане. По их мнению, принятая на встрече Астанинская декларация и 24 других документа о безопасности, экономике, политике еще больше повысит авторитет ШОС во всем мире. Жанна Хусаинова расскажет. О предложенной Казахстаном инициативе о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие заключена концепция глобального развития. Этот и другие документы, принятые во время Астанинского саммита, еще больше укрепят потенциал организации, считает эксперт по международным отношениям в Турции, ученый Есма Оздашлы. Итоговая декларация саммита очень важна. К 2035 году в регионе и во всем мире будут охвачены такие комплексные вопросы, как обеспечение глобального мира и стабильности, незаконная миграция и борьба с терроризмом и наркотиками. ШОС намерена продолжить сотрудничество между странами-членами по обеспечению мира и стабильности, решению пограничных вопросов. Казахстан реализовал все программы, предпринятые во время его председательства. Еще одним значимым событием на саммите, я бы сказала, стало официальное вступление Беларуси в организацию. Присутствие на саммите глав государств-членов ШОС, а также руководителей таких влиятельных международных организаций, как ООН, это большой показатель значимости Казахстана. Кроме того, благодаря своим инициативам наша страна внесла вклад в стабилизацию мира и порядка, считает эксперт. Казахстан – одно из самых влиятельных тюркских государств. С момента провозглашения независимости вы предприняли очень важные шаги для обеспечения мира и стабильности не только в регионе, но и во всем мире. В Астане состоялись переговоры о прекращении войны в Сирии, а в Алматы – двусторонняя встреча Азербайджана и Армении, первая с момента вооруженного конфликта. Таким образом, Казахстан взял на себя большую роль в урегулировании обстановки в этих странах. За время казахстанского председательства организация реализовала множество мероприятий и активизировала работу по разным направлениям. Участие крупных международных организаций наряду со странами-членами ШОС в Астанинском саммите показывает уважение и поддержку мировой общественности в отношении Казахстана, считают эксперты. Жанна Хусейнова, Мируэрт Канагат, 24 KZ.